RF RGB – тихий кулер с подсветкой для охлаждения системного блока. Перед нами 120-мм вентилятор от компании Aerocool. Он оснащен двухсторонней кольцевой RGB-подсветкой из 30 светодиодов. Яркость и эффекты свечения, а также скорость смены оттенков можно настраивать с помощью фирменного программного обеспечения. Скорость вращения кулера составляет 1200 оборотов в минуту, чего хватит на полноценное охлаждение при использовании в офисных и игровых ПК. Впрочем, если вы собираете компьютер для ресурсоемких задач, одним кулером вряд ли обойдетесь. Рассчитывайте на покупку как минимум трех, если хотите, чтобы все вентиляторы в корпусе были одинаковыми. К системной плате кулер подключается с помощью трехконтактного и четырехконтактного коннектора, через которые обеспечиваются питание кулера и питание подсветки. Обратите внимание, что по углам корпуса расположены накладки, которые поглощают и подавляют вибрацию, возникающую во время работы, а съемные лопасти упрощают обслуживание устройства. Кулер построен на базе гидравлического подшипника, который характеризуется низкой шумностью и высоким временем наработки на отказ. В данной модели уровень шума не превышает 15 дБ, а заявленный ресурс работы составляет 60 000 часов.